Около 200 учеников Зареченской школы окунулись в атмосферу фантастической страны Средигазия. Здесь есть и специальная газ-академия, и жилые дома, и сказочные персонажи. Именно они и рассказали ребятам о главных методах предосторожности. Если плита не зажглась, то поверни ручку обратно. Посмотри внимательно на пламя. Оно должно быть синим, без копоти и дыма. Онлайн-урок базируется на новой образовательной методике, которая называется «Иммерсивный образовательный зум-спектакль». В нем сочетаются традиционные методы обучения с современными цифровыми технологиями. В основе все равно устоявшиеся такие психологические принципы, облегчающие запоминание ребенку жизненно важной информации. А запоминает он когда? Когда это сопровождается хорошей положительной эмоцией. Лучше всего мы запоминаем положительные эмоции, поэтому столько юмора, столько такого, я бы сказала, даже детского азартства в этом спектакле. Над созданием урока спектакля трудилась целая команда профессионалов. И создатели спецэффектов, и звукорежиссеры, и профессиональные актеры. На протяжении всего урока интерес детей не угасал. Обучение в формате онлайн-трансляции удобно, ведь к уроку могут присоединиться школьники из разных городов. В этот раз вместе с учениками Зареченской школы занимались дети из Павловского Посада и Подольска. Мы очень надеемся, что через детей, через ребятишек, через их сознательность, любопытство мы донесем и до родителей то, что с газом нужно действительно обращаться на «вы», чтобы все было хорошо, безопасно, было просто тепло. К первому уроку газовой безопасности присоединился и генеральный директор Мособлгаза Игорь Баранов. Он сел с ребятами за парту и пожелал им успехов в обучении. Мы будем участвовать в этой программе, пока эта программа будет действовать. И даже по чечаянии, если это будет дистанционное обучение, то мы будем участвовать в этой программе дистанционно, потому что она нужна и важна. Первый урок уже принес свои плоды. Ребята усвоили материал на отлично, готовы соблюдать меры предосторожности и делиться новыми знаниями. Газ может привести пожар. Он может сделать так, чтобы люди могли задохнуться. Когда ты куда-то уходишь, то ты должен закрывать плиту. Образовательная программа «Уроки газовой безопасности» продлится до конца года и охватит 400 школ Подмосковья. В обучении будут задействованы около 500 тысяч детей. Самые активные участники получат ценные призы. Елена Кравченко, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».